Приветствую вас на первом циничном канале, и сегодня мы поговорим об усиленном насаждении безналичных расчетов в России. Не далее, как вчера, в основных средствах массовой информации прошла новость о том, что сразу два министерства, это Министерство труда и Министерство финансов, поддержало идею ограничения наличных расчетов на всей территории страны. Какой именно суммой предполагается ограничить наличные расчеты, пока неизвестно. Надо сказать, что идея-то не нова. Она периодически будоражит умы российских властителей. По мнению авторов, увеличение доли безналичных расчетов в экономике должно способствовать прозрачности экономики, увеличению собираемости налогов, снижению теневой экономики и так далее. То есть всячески способствовать экономическому росту. Но давайте попытаемся понять, действительно ли цель именно в этом. Или есть какие-то еще другие цели, которые могли бы лоббировать банки. Во-первых, скажем несколько слов о формировании банковской системы. Банковская система, в том виде, в котором мы ее знаем на сегодняшний день, сформирована в Средневековье. Банки существовали и раньше, они существовали и в античные времена. Но, тем не менее, современная банковская система стала формироваться от ключевой даты. Это 1179 год, когда католическая церковь запретила любые операции с судным капиталом, запретила давать деньги в рост. При этом каноническое право католической церкви не касалось никого, кроме христиан. И оно не касалось иудеев, евреев. Поэтому весь судный капитал в Средневековье, в Европе, формировался именно в среде иудаизма, в среде иудейских общин, локально существовавших на территории каждого государства. Стоит ли удивляться, что столь древняя и мощная система на сегодняшний день вполне могла бы лоббировать собственные интересы через органы власти и преследовать какие-то собственные цели? Давайте попытаемся разобраться, есть ли такое в данной инициативе, есть ли какие-то цели банковской системы. Во-первых, реформы, направленные на увеличение доли безналичных расчетов, идут не только в плане реформы именно расчетов за покупки. Как мы знаем, в последние годы редкое предприятие выплачивает зарплату наличными через кассу. Все переведено на карточки. Хотя по трудовому законодательству мы можем выбрать способ выплаты заработной платы, как и через кассу, так и через карточку. На практике, если мы будем настаивать на выплате наличными, работодателю проще не заключать с нами трудовой договор, чем делать для нас какое-то исключение, когда вся организация получает зарплату по карточке. Более того, у каждой организации заключен договор с конкретным банком на конкретный банковский продукт, поэтому карточка другого банка не подойдет. Зачастую с такой ситуацией мы сталкиваемся. Давайте подумаем, что платится на карточку. Белая заработная плата, которая точно так же могла бы быть выплачена и через кассу. И это никоим образом не способствовало бы непрозрачности экономики. Если мы платим белую заработную плату, ее можно проверить и через кассу. Если это какая-то серая, черная зарплата, наверное, ее не будут платить через карточку. Ее выплатят в конверте каким-то другим путем. То есть перевод заработных плат на карточки никоим образом не способствует прозрачности экономики и собираемости налогов. Зато он способствует большему объему денег в банковском секторе. Таким же образом, практически таким же образом обстоит дело и с крупными покупками. Что такое крупная покупка? Да, может быть, это какие-то дорогие шмотки. Но в основном это машина, квартира. Обе эти сделки, как по машине, так и по квартире, подлежат государственной регистрации. Мы регистрируем договор по машине, в ГИБДД мы регистрируем в мужском имуществе квартиру, ну или в каком-то другом ком имуществе. То есть, опять же, говорить о том, что сделка будет непрозрачна, если она будет совершена за наличные, не приходится. Ее прозрачность обеспечивается иными инструментами госконтроля. Как видим, прозрачность экономики никоим образом не будет повышаться от увеличения безналичных расчетов. Черные расчеты так и будут за наличные осуществляться, на то они и черные, а белые расчеты контролировались какими-то другими факторами. Какая же цель в таком случае? А цель на поверхности. Увеличение банковских активов. Контроль над активами граждан, над финансами граждан. И в конечном счете изъятие собственности зачастую. Давайте вспомним, сколько в истории современной России было случаев заморозки вкладов. Либо прямой заморозки, либо когда вклады просто не выдавались в течение нескольких дней. И все это происходило на фоне гиперинфляции. Вы знаете, очень показательный случай. Работал я с одним гендиректором в свое время, который начинал когда-то еще с дворника. И вот он мне рассказывал, что в 90-е годы, когда он дворником работал, говорит, надоело елки выметать, понимаете? Постоянно хоронили пенсионеров, вот эти вот лапник сыпали перед ними. Люди в советское время были как раз приучены хранить деньги в банковской системе. Если у вас не было сберкнижки, вы маргинал, вы как бомж практически. И поэтому к концу
трудовой деятельности, к концу карьеры, человек накапливал на книжки деньги, которых никогда не тратил. 10-15 тысяч. Это стоимость на тот момент 2-3 машин. А машину в то время запросто меняли на квартиру в Москве. И вот здесь разом эти деньги сгорели, как раз находясь на книжках. Да, сейчас какие-то копейки выплачиваются, но весь цинизм в том, что тогда многие пенсионеры, поняв, что у них вот их накопления в 2 батона хлеба превратились из 3 машин, просто не выдержали, сердечко ёкало. Вот, собственно, банковская система современной России. 98-й год, сколько вкладов погорело. То есть доверия банковской системе быть не может. Поэтому власть, точнее банковская система через власть, попросту загоняет туда кнутом. Не хотите вкладывать деньги в банки добровольно, мы вам просто расчеты не дадим вести. То есть здесь все понятно. И те доводы, которые приводятся в поддержку вот этих расчетов безналичных, это ерунда. То есть если буквально на дилетантском уровне их проанализировать, не способствуют они ни собираемости налогов, безналичные расчеты, ни, соответственно, прозрачности экономики. Собираемости налогов способствует нормальная работа налоговых служб, а ее нет. Но начать почему-то решили не с отцентровки, скажем так, работы налоговых служб, а именно с безналичных расчетов. Посмотрим, что будет. Я думаю, что безналичные расчеты действительно будут насаждаться очень активно. У государства денег нет, попросту. Крым наш, деньги нужно где-то доставать. Население в банк не торопится бежать, потому что банки уже очень много раз население попросту кидали. Значит, его туда погонят, это население, если оно само не бежит. Как говорится, если Магомед не идет к горе, гора сама придет к Магомету. Вот, собственно, только в этом и заключается главная цель введения безналичных расчетов и увеличения их доли. Кому нравится, подписывайтесь и ждите новых сюжетов.